Находимся в галерее нашей «Формуляр». Сегодня у нас здесь новая выставка. Так как этот год объявлен годом семьи, то и выставка, она тоже семейная. То есть мы представляем сегодня семейный творческий дуэт скульптора Алексея Дьякова и фотохудожника Елены Лазаренко. Выставка называется «Мастерская 20 лет спустя». Здесь работ немного представлено, ну, наверное, 10. На экране гораздо больше. Это работы 2005 года. Это работы свежие по впечатлениям вот нашей первой встречи. Показали просто атмосферу мастерской. Откуда все началось? Тут немного места в этой галерее. Ну, мы не любим перенасыщать пространство. То есть мы располагаем работ столько, сколько оно позволяет расположить. А видеоряд, он как бы дополняет, вот, иллюстрирует вот всю эту нашу историю. Вместе мы именно потому, что это наш профессиональный союз. То есть мне как архитектору необходима была работа совместная со скульптором, и она началась, и продолжилась, и продолжается до сих пор. Началась 20 лет назад. Это очень интересное такое взаимодействие творческое, семейное. То есть мы, это наша жизнь. Мы друг друга не просто дополняем, мы друг друга умножаем.